О том, что по Кировскому району ходит эксгибиционист, большинство местных жителей даже и не подозревали. Возможно, что случаи, когда кто-то выпрыгивал из кустов и пугал девушек, происходили и раньше. Время от времени в социальных сетях появлялись подобные сообщения. Однако дело приобрело серьезный поворот только летом этого года. 8 августа в городе Казани на улице Маршрутная неустановленный следствием мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек 2007 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Девочки не стали молчать и рассказали о произошедшем родителям. Те немедленно обратились в полицию, рассказав, что мужчина даже не пытался нападать. Он показал гениталии, после чего поспешил убежать. В отделении полиции девочки смогли приблизительно описать внешность того человека. Благодаря их показаниям был составлен вот этот фоторобот. На вид этому мужчине около 50 лет, и в данный момент по всему городу ведутся поиски предполагаемого преступника. На вид ему около 40-50 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в желтую футболку, серые бриджи, на ногах были сандалии, а также он носил черную сумку через плечо. В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности данного мужчины. Всех, кто обладает какой-то информацией о данном человеке, кто его узнал по фотографии, просим обращаться в Следственный комитет либо в полицию. 25 лет в эфире. С вами и для вас.